Некто Киска Кис пишет: «За ваши книги по уринотерапии и чистке организма, на которых вы наживались в 90-е годы, вас нужно посадить в тюрьму. Елена Малышева права. Люди без медицинского образования, не имевшие денег в годы развала страны, повелись на ваши псевдометоды и в результате посадили свой организм. Сколько смертей на вашей совести, включая смерть моей бабушки и нашей соседки. Это все недоказуемо по закону, и вас нельзя привлечь к уголовной ответственности. Но если высший суд, Бог вам судья». Я ответил: «А как вам ежедневные смерти в больницах, научно залеченные до смерти? А если взять бабушку и соседку, что же хваленая медицина их не вылечила? Задайте этот вопрос себе, врачам. Почему вынуждена бабушка, соседка оказаться без хваленной научно-медицинской помощи? И в то время развала страны, не развала страны, помощь была. Почему она была поставлена перед выбором умереть молча или побороться с помощью знаний народной медицины, изложенной в моих книгах? Задумайтесь на этом. И не ищите виноватого там, где его нету». И знаете, что еще удивляет, Киска-Кис? Это то, что ваша бабушка была больна. Естественно, она просила помощь. А где были вы? Вот что сделали вы? Поискали там врача? Заработали там на хорошую клинику? Это так вот, что касается медицинской так, практики. Либо же там куда-то там полезли, поискали какой-то метод, чтобы помочь бабушке. Вот что вы сделали конкретно для того, чтобы бабушка была? Да ничего вы не сделали. Ни медицина не сделала в то время. Ни вы сами ни хрена ничего не сделали. И бабушка хоть вот это что-то сделала для себя из методов народной медицины. Поэтому прежде чем кого-то обвинять, сначала подумайте о том, а что вы сделали для того, чтобы вот этого не было. А то, получается, груди загорелые выпадают из. Вот какой сюрприз. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!